Открывайте нам, пожалуйста. Сегодня в доме Нины Михайловны Крупко как никогда многолюдно. В 90-летний юбилей поздравления женщина принимает не только от своих родных, но и от коллег. Нина Михайловна трудилась в 103-м цеху завода «Полимир» открытого акционерного общества «Нафтан». Помнит о Нине Крупко не только благодаря трудовым, но и общественным заслугам. Вы такой активисткой, общественницей были, правильно? Вы конечно, все много чего вынесла, пока... Кончила. И общественница, и к нам в Совет ветеранов все время приходила, и да, нам говорила буквально, чем помочь вам, что-то. Да, мы чувствовали, что вот такой в действительности человек, который рядышком есть, и которому можно... Ну, и сейчас, если надо, нужно зовите, я приду на помощь. С завода поздравить именинницу лично приехала большая делегация, представители администрации, профсоюза, ветеранской организации. Мы от администрации завода «Полимир». И лично от директора завода, от всего коллектива приехали вас искренне от души поздравить с этой замечательной датой. 90 лет. 90 лет – это за плечами вашей сложной, нелегкой жизни. Но вы ее достойно прожили, показывая пример молодым. За это вам огромное спасибо. С теплыми словами и подарками такое внимание ветеранам труда завода далеко не редкость, а скорее добрая традиция, которая позволяет заботиться о полимеровцах даже с выходом на заслуженный отдых. Поздравляем буквально всех. Ну а остальные юбиляры мы поздравляем открытками. Мы посылаем открыточки каждому юбиляру, начиная от 60 лет и вот до 90 лет. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.